Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назарий. Скоро, 28 ноября, у нас начнется Рождественский пост, и мы, священники, возможно, снова начнем слышать вопросы о том, можно ли ослабить пост, или можно ли в каких-то ситуациях вообще от поста отказаться или его нарушить. А иногда порой мы можем услышать вопрос о том, что человек хочет наложить на себя еще более строгий пост. Но ведь мы с вами знаем, что пост – это не только о еде. Пост – это в первую очередь о борьбе со страстями и о спасении. Об этом мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, клириком храма в честь Сретения Господня города Самары, отцом Павлом Куренковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Отец Павел, если можно кратко, в чем главная цель поста и вообще что такое пост? Да, действительно, мы с вами, православные христиане, постимся. И постимся не только мы, но еще и постились в Ветхом Завете. Наши с вами далекие-далекие предки, да. И вот мы с вами знаем, что человек состоит из трех важных составляющих — тела, души и духа. И поэтому пост, он распространяется на все три важных составляющих человеческого бытия. Если говорить о посте, то мы прежде всего затрагиваем чаще всего именно телесную сторону поста, то есть что мы должны в пост там, кушать, не кушать там, и так далее. Да? Ну, то есть пост прежде всего это воздержание в телесном плане от определенных видов пищи, в духовном плане это прежде всего молитва, а в душевном плане это там, изучение Слова Божия, поскольку бывает так, что человек в обычное время, как белка в колесе, крутится, дела, заботы, там все. А пост — это такое прям яркое время, когда стоп, остановись, обрати свой взор там, на другое, смотри не на свое тело, смотри на свою душу. То есть такое пост — это изменение такого крена нашего направленности. Если в обычное время мы, конечно же, мы и в обычное время молимся и все совершаем, но пост — это как раз вот, когда мы свой вектор направленности обращаем из такого телесного плана бытия на духовный план бытия своего существования. Отец Павел, а в каких ситуациях можно ослаблять пост? И вообще допустимо ли это? Потому что мы все-таки, когда читаем устав о посте, как правило, это устав монастырский. То есть взятый из монастырей, и который перелагается на нашу, скажем так, жизнь мирскую, на жизнь мирян. И, конечно же, порой у людей возникают разные вопросы, да, там, в силу болезни, в силу работы, может быть, там человек работает, или человек служит в армии, да, у него там просто, ну, ты пришел в столовую, чем тебя накормили, тем накормили. Как вот христианину быть с послаблением поста, или вообще, можно ли в каких-то ситуациях его вообще нарушить? Потому что мы у некоторых наших отцов, например, у Антония Суржского есть пример, когда он Великий пост, пришел в гости, ему приготовили, значит, мясной ужин хороший, и он, имея любовь и уважение к этим людям, не желая их никак огорчить и обидел, нарушил Великий пост и съел все, что ему предоставили на трапезе. Вот как христианину найти вот эту грань между желанием поститься, между своим здоровьем, обстоятельствами жизни и любовью к людям и близким? Потому что это же тоже распространенный момент, когда дома не все постятся, а ты, значит, один такой хороший постишь, как тебе надо готовить. Или там в гости к бабушке приехал, бабушка тебе наготовила, но ты же тоже бабушку обидеть не хочешь. Вот где вот православному христианину найти вот эту грань с пониманием того, как нужно поститься? Но в моем понимании, что грань, она очень сугубо индивидуальна. В разных ситуациях ты можешь поступить по-разному. Нельзя в этой ситуации выдать такое правило, что вот так вот делай, а вот так не делай. Мы, прежде всего, должны руководствоваться христианской любовью в этом. Есть такой один пример, рассказывается о периоде Великой Отечественной войны, и там вот где-то в Болгарии фашисты там бегут за партизаном, и вот этот партизан, он бежит и видит дом одного христианина и говорит ему: «Укрой меня». И он говорит: «Да, да, я тебя укрою, я христианин, я должен исполнять заповеди Божьи, я тебя укрою». И вот он укрывает его, идут за ним вот этот конвой, который идет его искать, и подходит к ним и говорят, то есть к этому человеку, который укрыл партизана. И вот
говорят ему, у тебя он? Он говорит, да, у меня. И того схватили, тащат, а тот кричит, как же так, ты христианин, и ты так со мной поступаешь. Он говорит, а я христианин, и исполняю заповеди Божьи, я не могу врать. То есть вот если следовать вот такой букве закона, и невзирая ни на чего, то можно просто там и человека погубить, и все что угодно творить. Конечно же, есть такое еще хорошее выражение, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. В том понимании, не в том, что он там должен там расталкивать все и вся и стремиться по этой карьерной там воинской лестнице, а применимо к тому, что мы должны ориентироваться на церковный устав. Он должен для нас не то, чтобы быть какой-то такой святой коровой, а вот положено вот по монастырскому уставу вот так вот поститься. Значит, мы должны смотреть на это, но уже меру самого поста обсуждать с нашим духовником. Сразу возникает вопрос, кто такой духовник, где его взять, кто это такой вообще? В церковной среде принято считать, и вот есть документ такой церковный об участии верных в Евхаристии, отец Назарий тоже, наверное, знаком с этим документом. Вот. Там определяется, то есть духовник — это тот священник, храм, который ты посещаешь, и у кого ты исповедуешься. То есть здесь не нужно быть там вот, а мой духовник находится на Камчатке, я вот с ним раз в 5 лет вижусь, и вот только вот раз в 5 лет увижусь, я у него спрошу, а до этого я буду там что-то там не вижу, что творить. А ты, прежде всего, обращаешься к тому священнику, к которому ты приходишь в храм, исповедуешься, который знает обстоятельства твоей жизни, да. И бывает такая ситуация, например, семья, вот жена верующая, муж неверующий, и вот что ей делать? Она желает поститься, она желает воздерживаться от много чего во время поста, да. Но они пока, то есть муж пока этого не понимает. Он, соответственно, либо вообще неверующий, либо, как вот у нас бывает в стране, большая часть крещены, но фактически верующими, приходящими в храм, из этого совсем единицы, да. Вот, что ей в этом делать? Устраивать дома православие строгого режима, там, готовить мужу там перловку и говорить, что а вот сейчас пост, так это как раз будет противление этому духу любви. То, что человек будет делать так, что его жизнь не будет проповеди о Христе, а наоборот, что вот, слушай, ну вот ты в храм не ходила, была нормальной женщиной, все там, и заботилась о мне и детях. Пошла в храм, все, у тебя вот что-то случилось-то вот. То есть у человека будет такое мнение, что вот вера ее изменила не к лучшему, а к худшему. Поэтому здесь, наверное, прежде всего в семейном плане обращать свой взор на себя. Хорошо, когда вся семья верующая, все православные, все в одинаковом понимании, что муж и жена, там, муж и жена друг друга поддерживают в этом плане. И вместе в этом понимании воспитывают детей. Это прекрасно. Но как раз, когда человек один в семье. Бывает, кстати, вот мы говорим очень часто, там, женщина верующая, а мужчина там неверующий. У меня в пасторской практике мои были как раз ситуации, когда наоборот, муж верующий, муж ходит в храм, а жена неверующая, вот, это даже сложнее, чем... А у плиты как раз жена неверующая готовит блюда далеко не постные, да? И как не быть в этой ситуации? Ну да, и такие вопросы. А бывает так, что элементарная ситуация, мы с вами знаем, заповедь гласит о том, что 6 дней трудись и делай всякие дела свои, а 7-й день отдай Богу, и то есть, ну, в нашем понимании, что 7-й день для нас это воскресенье, мы должны пойти в храм Божий, там, помолиться, да. В идеале, если человек там продолжительно не причащается, подготовиться к тому таинству, причаститься, да, а жена говорит, слушай, мы пошли в гору сходим. И вот муж думает, вроде как там и жене надо время уделить, и в храм пойти, и вот что в этой ситуации вот делать. По поводу то поста, все-таки как быть? Получается, жене все-таки мужу готовить нормальную пищу, скоромную, не постную, а себе отдельно готовить? То есть как вот такой ситуации тогда жене поступать? Мы не можем говорить для всех и для вся, как поступать в той или иной ситуации. То есть нужно советоваться со священником на приходе, который знает жизнь этого человека. Ну, опять опираясь на наш документ церковный, то, что, который есть там об участии верных в Евхаристии, например, каждый священник, он может знать обстоятельства. Например, в этой семье, например, муж может быть неверующим,
Но он настолько уважительно относится к выбору жены, что там вообще вопросов даже не возникнет. Она может ему готовить не постное, сама себе делать постное. Ну, как бы, и вот... То есть, идите в храм, задайте вопрос своему священнику, как вам быть, и он, зная как бы вашу ситуацию, даст вам нужный для вас и для вашей семьи совет в том, как нужно соблюдать пост, а не рубить самому с плеча. Так получается? Я считаю так, что в этой ситуации нужно именно подойти вот индивидуально. Mm-hmm. Нельзя говорить, что вот только так вот поступай, никак иначе. Конечно, у нас есть устав церковный, на который мы должны, опять же, ориентироваться. Но это должно быть применимо к семейной жизни, должно быть применимо к детям. Дети же, они тоже у нас с вами разные градации, даже по поста детей к причастию тоже. Да, вот, кстати, да, по поводу детей. Как вообще детям нужно поститься? Но пост... Опять же, мы детям должны говорить, что пост — это не вот период, когда ты там вот все закрываешь от всех и вся, залезаешь в какую-то нору и там вот из нее не вылазишь, в затвор там уходишь, да, в такой. А то, что мы в пост должны прежде всего радоваться, это период того, когда мы с вами больше общаемся с Богом, конечно же, вот посредством молитвы. Никогда обращаемся только на внешние моменты. Поэтому детям прежде всего нужно говорить о посте, о том, что пост — это как мы в чем-то себя должны ограничить. Да, может быть, меньше там развлекаться. Ну, чем дети часто развлекаются? Видео смотрят, компьютер поиграют, там, гулять там пойдут, там какие-то увеселения у них там происходят. Да? Это не в том, что ты вообще сейчас... Но вот для них тогда пост далеко не радостной вещью будет. То есть для них как раз-таки пост сразу ассоциироваться с тем, о, мне вот это запретили, вот это запретили. Вот поэтому стараться все равно объяснить в том плане, что ты как бы делаешь это не потому, что вот я хочу, папа, чтобы ты там постился, или я там, мама, я хочу, чтобы постился. А как раз объяснять, вот мы же с вами знаем, что у ребенка есть его верующие родители, и в идеале у него есть еще и крестные, то есть которые вводят ребенка в курс его там христианской жизни. Поэтому именно, жизнь, она все равно сопряжена с определенными решениями. Даже взрослый человек, он там, когда он себя мотивирует, он от чего-то отказывается. Да, ну, проще там открыть там телефон, включить там какое-то видео увеселительное, посмотреть. Сложнее взять, открыть Священное Писание, прочитать главу из Евангелия. Да, это сложнее все сделать. Ну, возвращаясь опять к теме детского поста, в идеале, конечно, мы должны детям объяснять, что такое пост, в малой степени, конечно, объясняя им применять это. То есть, ну, есть определенные тоже такие градации, как ребенок должен поститься, даже перед причастием, да. Но, естественно, грудничок с нуля до двух лет, он никак не постится. Мама в том состоянии, как, неважно, покормила его, с утра не покормила, она принесла его на службе причащаем. Начиная уже там, когда ребенок уже может с утра не покушать, то мы призываем, чтобы это евхаристический пост немножко соблюдался. Ну, про пост перед причастием, да, мы сейчас поговорим. А я имею в виду вообще, в принципе, про общие посты. Да, вот у нас 4 поста, среда, пятница. То есть, получается, касательно детей, мы все-таки делаем упор не на том, что нужно не соблюдать на телесный пост, да, а именно в том, что должен немножечко себя изменять на время поста. В идеале, конечно, мы всегда должны быть добрыми, порядочными христианами, но порой не всегда это получается. А пост — это как раз то время, когда вот у нас маркер нашей направленности именно к Богу, именно вот к стремлению себя в чем-то там урезать, урезонить, успокоить, в чем-то перераспределить для того, чтобы даже в этом послужить Богу. Ну, да, потому что вот по поводу детского поста, конечно, возникает сразу очень много вопросов, потому что растущий организм, как вот дети будут поститься, им же нужно расти. И вот то, что касается еды, конечно, у людей сразу в связи с этим возникает множество вопросов. Отец Павел, человек, когда вот желает соблюсти в идеале монастырский устав, да, не все стремятся к послаблению поста, у кого-то есть возможность поститься вот так, как предписывает устав. И человек, желая вот соблюсти всецело этот устав, его предписание, начинает изучать составы продуктов. То есть там берет, там печенье смотрит, ага, в составе есть там молоко там какое-то, это нельзя. Ага, тут, значит, сгущенное молоко в составе, тут, значит, какое-то сухое и так далее. И то есть, и начинает вот такое изучение состава разных продуктов, там хлеб покупает, смотрит состав.
и решает, ага, вот это значит постно, вот это не постно. Насколько вообще правильно это или неправильно для христианина заниматься вот таким изучением состава, а вот этот майонез постный, а вот этот не постный, ага, вот этот не постный майонез я возьму. То есть насколько это вообще правильно? Не является ли это, ну, неким фарисейством, что вроде майонез и тут, но тут написано постный, тут не постный, значит не постный можно. Или когда человек постится, но хочет что-нибудь такое хорошее придумать в пост, чтобы приготовить. И порой приобретает продукты, которые, ну, стоят, может быть, даже гораздо больше скоромной мясной пищи, чем вот те, которые они сейчас в пост едят. То есть нет ли здесь некого какого-то, может, фарисейства, лицемерия? Или, может быть, человек просто искренне желает действительно вот в совершенстве исполнить вот заповедь поста и ни в коем случае не нарушить. Где здесь тоже вот понять, где грань, где ее найти, как ее соблюдать? Ну, конечно же, об этом моменте мы тоже должны порассуждать, но давайте немножко обратимся к Писанию. Вот, как раз есть о том, что пост совершался в Ветхом Завете. Вот, пророк Исаия пишет: «Вот пост, который я избрал. Отреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и единокровного твоего не укрывайся». То есть вот даже в Ветхом Завете есть определенное представление о посте. И здесь даже, ну, конечно, в другом месте мы с вами там будем рассуждать там о животной пище, о вкушении там животных, да, там о чистых, нечистых животных. Но суть в том, что пост это был, и здесь даже святые пророки, они обращали взор человека на том, что человек должен обратить на внутреннюю составляющую поста. Но это не значит, что там телесный пост не нужен. Да? Многие святые отцы как раз говорят о том, что если тело твое будет сыто, то ты и поститься не захочешь, то будешь только спать хотеть, и все, там, когда твое тело пересыщено. Вот. И, конечно же, мы должны ориентироваться на устав, но понимание того, что вот есть у нас определенные ключевые продукты, да, мясо, молоко, яйца, рыба, да, масло, ну, я имею в виду про растительное масло, и производные от этих продуктов. У нас с вами есть различные посты, есть посты строгие, да, вот великие и успенские посты, они сами по себе строгие посты. В идеале христианин в это время даже какие-то дни занимается сухоедением. Ну, то есть, если он стремится исполнить полностью монашеский пост. Что такое сухоедение? Сухоедение – это вообще там, не вкушение вареной пищи. Да? То есть, это вот вообще практически там, овощи, фрукты, там, пища, которую можно вкушать без, собственно, ее приготовления. Есть дни, когда пища разрешается без масла, да. Есть пища, когда там... Без масла растительного. Без масла растительного, да. Спасибо, что отец Назарий уточнил. Да. Без масла именно растительного. Есть дни, когда возбраняется вкушение рыбы, да. То есть вот в такой градации. Но есть же такое понимание, когда человек не может в полной мере соблюсти пост. И порой бывает человек, что он только совершает первые шаги на пути к вере. И окунуться ему полностью в какое-то понимание поста, именно телесного, для него это не всегда бывает возможно. И в этом плане он опять посоветуется своим духовником. Опять духовник – это не тот такой гуру, который там его там, сюда ходи, туда не ходи, а тот священник, который знает обстоятельства его жизни, с кем он общается, у кого он исповедуется. Он уже взирает на его жизнь и говорит: слушай, ну вот ты там лес рубишь, ну вот рыбку ты не будешь кушать, ты там упадешь просто от обессиливания. И другой человек, который у него труд, например, интеллектуальный, да, он может там вот себе позволить попаститься тоже, поскольку он физически меньше работает, ну, то есть опять зависит. Ну, отец Павел, а тем, кому вот священник сказал, у тебя все хорошо, ты можешь всецело соблюдать пост как положено. Вот ему нужно тогда изучать составы продуктов или не нужно? Ну, или все-таки свои силы направить как раз-таки на борьбу духовную, на борьбу со страстями? Что нужно прям вот скрупулезно прям вот вычитывать там состав продукта, нужно просто понимать, что если это мясной пирог, но мясной пирог постом нельзя, да. Ну, как есть выражение, да, нельзя, но если очень хочешь, можно. Это, конечно, шутка, дорогие братья и сестры, да. Естественно, в пост мы удаляемся от вкушения мясного, молочного, да. Кто стремится построже поститься, он и рыбку не кушает, кроме определенных дней в посту, да, вот. Но прям вот
доскорлезно, скрупулезно прям вот вчитываться в состав, прям вот изучать вот там вот. А там положили, там, я не знаю, что там сейчас вот пишут-то. Ну да, просто сразу ассоциация в голове возникает с выражением из Священного Писания, что вы отцеживающий комара, но съедающий верблюда. И вот здесь происходит, возможно... Ну, опять, крен должен быть именно в духовную степень поста, да? Но это не значит, что а я буду о духовном думать, и там, нарезая себе колбаску, да, вкушая бутерброды с колбасой, там, или там еще с чем-то, да? Мы должны просто понимать, что есть продукты, которые изготовлены из мяса, молока, яиц, ну, там, и как бы эти продукты мы не вкушаем. А уж вот прям вот скрупулезно там изучать, вот где там какое Е положили, там, какой консервант положили там, и так далее. Я же думаю, вот этим заниматься не стоит. Лучше же там не вкушать мясо, молоко, яйца и производных продуктов, молиться больше постом, открыть для себя заново Священное Писание, поскольку сколько мы Священное Писание не читали, каждый раз, когда вот человек он в одном возрасте, более старшем возрасте, преклонном возрасте, он для себя открывает новое. Но здесь комментарий небольшой. Не в том, что мы открываем для себя новое, а в том, что, читая даже толкование святых текстов, порой мы в разном возрасте по-разному понимаем даже святых отцов в силу нашего житейского опыта. Там, например, скажи там юноше о немощи старческой, да он не поймет, у него там энергия полечит, он там горы готов свернуть. И тут старцу там... рвениях юности говорить, он думает, да мне бы вот сейчас вот посидеть, чайку попить бы, там не о том, чтобы вот пойти побегать. Там в разное время по-разному все воспринимается, даже в толковании святых отцов. Дед Павел, вот мы уже затронули частично тему поста перед причастием. Вот тоже хотелось бы поговорить о том, нужен ли пост перед причастием. Мы знаем, что есть два поста. Значит, первый — это когда говорят, что обычный нужно три дня попоститься перед причастием. И второе – это пост уже непосредственно после 12, когда, то есть накануне дня причастия, ты уже после 12 ночи ничего не ешь, не пьешь, и натощак приходишь в храм и причащаешься. Вот если с второй частью того, что нужно причащаться натощак, здесь как бы все понятно. И то с оговорками. Да, да, по поводу младенцев. Вот и вы, не только младенцев. Вы об этом сейчас расскажете, да, по поводу людей болящих. Да. Вот по поводу первой части, три дня перед причастием поста, вот тут порой возникают вопросы и разные понимания священника. Одни говорят, что надо три дня поститься перед причастием, другие говорят, что нет, не надо три дня поститься. Другие говорят, что достаточно там только субботу попоститься, допустим, если вы в воскресенье причастите. Как вот человек вот здесь понять, нужно ли поститься перед причастием или нет? Но здесь что можно сказать? Здесь вопрос вот прямо так с нахрапом, сразу на него не ответишь. Нужно определенно вникнуть в определенные нюансы. То есть если человек, ну раньше в народной памяти есть, что люди постились от трех дней до недели, да, то есть там кто-то неделю постился, кто-то три дня постился перед причастием. По-разному раньше было отношение к самому причастию. Кто-то считал, что раз в год причастился, все, нормально, больше причащаться там на следующий год буду. Вот. Сейчас у нас с вами, слава Богу, Господь миловал, и храм у нас открытый, и человек может в храм приходить беспрепятственно, и может регулярно причащаться. Да, тут вопрос встает, насколько человек теперь часто причащается. Вот. Частым причащением считается, это если христианин причащается раз в неделю. Это совершенно частое причастие. Да? Если христианин причащается раз в неделю, то налагать на него дополнительный пост с позиции пастырской практики, но это не совсем уместно. Получается, что он помимо четырех постов, которые у нас регулярные, помимо среды и пятницы, будет поститься еще начиная со среды, там, если он в воскресенье причащается, то среда, четверг, пятница, суббота, то есть еще четыре дня, и получится, он совсем тогда будет больше поститься в телесном плане, нежели там не поститься, радоваться. Вот. Если христианин все-таки причащается раз в неделю, нужно ориентироваться, что он соблюдает многодневные посты, и соблюдает посты в среду и в пятницу, и приступает к святым таинствам. Вот. Это и про обычный пост. Вот. Если же христианин причащается реже, чем раз в неделю, вот, то уж попоститься три дня это не составит какого-то великого труда. Поэтому здесь должно понимание быть, зачем ты постишься. Не в том, что я пощусь, и это в этом не похвала, да? А какая цель твоего поста? Приходя к святым тайнам, мы должны духовно себя стремиться приподнять.
То есть, если мы приступаем ко святым дарам с нашего вот такого суетливого момента, а вот надо в магазин сходить, надо пойти на рынок, надо там еще куда-то ребенка в садик отвезти, и между делом, я забегу и причащусь, то это неправильное отношение к святым дарам. То есть в этом плане даже священники, они порой говорят, что вот, слушай, вот ты причащаешься каждое воскресенье, но для тебя это не полезно, потому что ты не уделяешь должное время. Для тебя это как вот суета, да? Ты вот давай лучше раз в две недели причастись, но ты подготовься, прочитай все, молитву на себя настрой и приступи, чтобы для тебя это был духовный подъем. Но здесь еще одна та же крайность бывает, что, как в Евангелии, когда ко Христу обратился юноша там, что мне сделать, чтобы наследовать Царствие Божие, да? И Христос ему говорит, что там вот это соблюдай, вот это. Он говорит, все эти заповеди я сохранил от юности моей. Что я еще не доделал, чтобы там, как говорится, наследовать Царствие Божие? И здесь мы не должны говорить о том, что вот это я сделал. То есть бывает человек там галочки себе не видим, и вот, ага, три дня пропастился, да. Три канона прочитал, ага. Там последний прочитал, ага, там. Пошел бабушку, перевел через дорогу против ее воли, галочку поставил, тоже небольшая шутка, да. То есть если вот человек выполнил все вот с внешней стороны, и он себя считает достойным приступить к святым Христовым тайнам, если здесь духовная трагедия происходит. Мы всегда этого недостойны, но мы должны, то есть мы должны готовиться достойно, но всегда себя считать недостойным, потому что Господь нам дает, как любящий отец сверх наших там дел каких-то там благих и хороших, как любящий отец, он как солнце светит на каждого из нас, на хорошего и плохого, так и Господь, он обращается к каждому из нас, и мы приступаем уже к тайнам, стремясь максимально себя к этому подготовить, но все равно с чувством личного такого недостоинства. Спасибо, отец Павел, за такие практичные советы, которые касаются поста. Будем надеяться, что наши телезрители прислушаются к этому совету, что найдут действительно добрых, мудрых священников, которые помогут им разобраться в этих непростых порой вопросах. Напоминаю, дорогие друзья, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте телеканала «Самара ГИС», раздел «Передача просто о вере». С вами мы прощаемся. Всех благ, ангела-хранителя.